Для людей с ограниченными возможностями мероприятия, проводимые в их честь, всегда в радость. Поэтому на праздник, Международному дню инвалида, пришли все, кто был в состоянии это сделать. Ну, сегодняшний день и немножко радостно, но и грустно, потому что наши, ну, как способности немножко ограничены. Но все равно для нас спасибо, что делают нам немножко радость. И концерты показывают, и угощают, и обращаются хорошо к нам. Ну, ей радость, что принесла, чтобы ей хоть радость, потому что она у меня не выходит никуда, дома сидит постоянно. И вот я ее только этот праздник приношу, чтобы она немножко с людьми побыла и посмотрела концерты, чтобы она немножко развеялась. Праздничный концерт к Международному дню инвалида проводится в Басарабяском районе ежегодно. Его цель – еще раз обратить внимание и подарить немного тепла людям, обделенным судьбой. Об этом на мероприятии говорили руководители местных органов власти, советники городского и районного советов, представители общественных организаций инвалидов. Всего в нашем районе проживает 1588 человек с ограниченными возможностями, и с каждым годом их число увеличивается. К празднику инвалидам будет оказана материальная помощь от государства. Дети инвалидов у нас в районе 184 человека, значит, получают по 200 рублей. Остальные все инвалиды первой, второй, третьей группы, не получившие в течение года, это более 1000 человек, получат по 100 рублей каждый. Значит, с завтрашнего дня, как раз 3 декабря, значит, с паспортом они будут иметь возможность в отделениях связи, на почте получать. И в населенных пунктах, и в городе, в двух местах. На той стороне, и на этой. Официальных представителей на сцене сменил хор ветеранов железнодорожного транспорта. В празднике приняли участие также артисты городского и районного домов культуры. В этот день все присутствующие могли полюбоваться выставкой подделок «Миру влечений». Все ее экспонаты были сделаны людьми с ограниченными физическими возможностями, но наделенными большим творческим потенциалом. Здесь были представлены различные вязаные и плетеные изделия. Я очень люблю свою работу. Я сама выучилась в основном как и по журналам, но в основном так приходит и в мысли. Так, думаю, ага, как это выйдет, пока потом как это выйдет. Ну и мои работы очень распространены. Мероприятие оставило у присутствующих очень хорошее впечатление. Люди были благодарны его организаторам не только за оказанное им внимание, но и за возможность пообщаться со своими друзьями и знакомыми.